интересно. Лапу. А, блин, мне что-то рано встал, у меня еще мана не отрегенилась. Также завожу в толпу этих, да, вот между двух. Да. Потом вожу к другому, к третьему, там, четвертому. Да, РДД, сливайте вот эту вспышку, на которой крест. И вот эту, на которой череп. Милики, вот эти две. Чекаем бафы. Все готовы, бля. Женек, не лови. Не забываем двигаться. Костер поймали, а он вижу. Ох, тут два костра, а? Ледяные дуновения, масса крови, дай. Беги, малышка, беги! Ай, блядь. Залупа, блядь. Да, все нормально у вас, не? Мы уже не успеваем, да? Да мы-то сдохли, как бы. Ну, типа, ты один живой. Неудивительно, что мы не успеваем. Я хуею, блядь. Дуновение это пиздец там. В смысле, что с прохилом? Еще раз говорю, это массакру кто-нибудь дал? Мастер аур там. Там, понимаешь, что-то. Там 20 секунд эта залупа идет, там пиздец надо за хилом. Ну, типа, да. Или нам повезло с рандомом, и мы его вообще не увидели. Или когда увидели, отъехали. Без вариантов практически. Там надо, чтобы, блядь, сова дубовую отдала, блядь, себя похилила, там, блядь, какой-то... Ну, тут хули, видишь, эрдру нету, нахуй. Тот раз я с эрдру был, за хил постоянно шел, а тут надо кастовать, блядь, что за того, что за другого хила, Ну, в следующий раз мы попросим нечаянно транквил еще дать под эту тему, если транквил, что. Да, поможет. Плюс там артстайл хотя бы флешки похилил. Одну спроку и так пока вставать. Потому что просадки я ебу какие. Давайте бежим еще раз тройнем. Я не думаю, что в этот раз вообще он выскочит. Периодически просто не срабатывает. Сейчас Геру въебем, его нахуй зальем. Окей. Да, разнес, не разнес, мы ему за один прокаст, по сути, больше половины хп оставили. Нихуя, блядь, волку ханта дальше, быстрее этого, ханта бежит, блядь, вперед такой, нихуя. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочесть.
Ничего, готовы? Погнали. Прожимаемся. Вышли с большой лужи, дали транквил. Зашли на большую лужу, точнее, дали транквил. Че все? Ну, убили. Видал, блядь, какой прохил пиздец был. Прям ебать. Причина. Это в этом столбе, когда стоишь с хостой кастуешь. Лезвие шторма. Жень, а можешь себе эту пушку возьмешь? Давайте. Токен ДК, друид, маг, рок. У меня есть. Запы. Запы. 36-е, ебать. О, нихуя, штаны, блядь. Сука, да ну нахуй, штаны. Я как бы уже роги отдал. Да не эти, тут другие. Сейчас, подождите, тогда столовки отдам. На Фрей идем. Да нахуй она, мне нужна пушка. Ну, заберешь. Паладин, жрец, чернокнижник, давай. Че, никому пушка не нужна? А стало у тебя еще нету, что ли? Так, если это никому не надо, оно идет артстайл, короче. Второй кусок. Не знаю, на кого открывать теперь. Я у меня с ней ЛПшки, нахуй, метка из 99, нахуй, процентов. У нас здесь 75. Понимаю, блядь. Ну что, давайте этих разваливаем тоже. А ты куда сейчас хочешь, на Фрею? Да пофигу, этих тоже все равно разваливать надо. На Фрею да пойдем. Ну давай развалим, что? Сюда идите, ребятки. Если хотите, можем и Торина сходить. А, ну вот давайте на фрейтерах тогда чистить, пока артстайл бегает. Сорвал.
Что, туда идем, не? Да-да-да, пошли, артстайла покажет пока. О, начинается. Может, перекур сделаем 5 минут, не? Не вариант. Ну и так поздно начали. Давайте этот трэш, кто не курит и не пьет, молодец тот и так далее. Давайте трэш. Хилы-то хоть тут тогда? Да. Женек, спекнись пока в танка, наверное. Да, ну, не обязательно. Вот, а под цветок где 73к, нахуй, за стан убьем. Оковами по воде большой, а мелкий пусть на столовку идет. Шар, давай, ну, Женек. И большого. Все, вот, так, все, мелочь разведем. Все. Нормально, иди бей, Женек. Нет, ну, не бей. Их развести иди. Надо, притяни его на себя. Блядь. Ну... Ладно, понял. Мелочь запинывает. Давай. Большой. Так. Кому? Видимо, артстайл. Хэм, куда делаем? Конечно. ДПС как у дура хэм хор. Сорвал дракон. Женек, для тебя ничего нового не будет практически. Так же действуем точно так же. Давайте там это что-нибудь. Ебать, ух. Женек, босса не спуль. Ебаный покос, нахуй. Ну разведи ты его. Их развести надо, развести, блять. Развести, сука. Что нельзя организовать эту хуйню? Сука, блядь, ты шо? Давайте мелких гасим. Там же есть Женек, ЛПшки, блядь. Женек был мертвый, алё. Конечно, да, вот так и делают. Так не надо его танчить тебе. Пока нахуй это самое, 6 секунд я его даже нахуй. Шаклить там хуйню всякую. Просто кайте его на оковах и все, нахуй. Всё, кинулась-то баф. Да это нормально, ребят, извините, телефон.
Убейте дракона. Сука. Как ты надо, блядь? Вот нахуя так назвать? Пулить, блядь? Кипер, надо сбивать, пожалуйста. Если не сбивать, плохо кончается. Бегите, мы пока живые. Но это ненадолго, походу. Ну, я иду. Нахуя две пачки было пулить? Чем здесь две пачки и то, что каст не сбили? Ну он бежал просто далеко. Кто сбежал? Танк умеет сбивать касты. Ну пачка вторая бежала и убила всех. Нет, убила первая пачка. Причем здесь вторая? Вторая еще не прибежала, уже все умерли.
Парни, мне 5 минут надо, извините, телефон, телефона. Всё, 5 минут. Так, все, я тут. Алло. Столовка, ну что там?
Я тут. Но мне сейчас, короче, надо убить, короче, Фрею и срочно за водой сбегать, нахуй, магазины закроются. То еще 5 минут примерно. Хорошо, после Фреи побежишь тогда. Ну, там тебе... Блок еще потанчит. Так, в соло танчим? Ага. Что? Да. Фрею все равно никто не сорвет. Слава. Нечаянно. Ты тут, гуляй. На пол. Чего? Слишком быстро нас взяли, и мы просто взорвали их. Надо по одному. Ложимся. Тут Эрдру нету, тут механика захила совсем другая, Эрдру сейчас нету, совсем все по-другому идет. Конечно. Если вы будете по 3-4 хлопать, хуй мы что убьем. Надо же по одному бить. Я здесь, я, наверное, поставлю тотем. Хантпост бьет с напулом полностью. В смысле, просто все в рейндж. Как милики в рейндж пойдут. Да без мили ты эту пачку не зальешь вовремя. Можно попробовать войском. Я не знаю, соберет оно всех или нет. Да нафиг они эти твои бичи, тем более, что оно второй раз тоже выйдет то же самое. Они же ауешат, какая разница. Просто бить надо точечно. И все. Тут допустим. Весь вопрос, кого бить. Потому что мобов 10 или 12 там. И кто кого будет бить. Еще здоровье-то видно. Всем Shift V нажимаете там, или как у вас запускается индикаторы здоровья и все. Это, наверное, высокий уровень игры надо. Ничего высокого. Готов, если что. Че? Эту фласку на Б5 возьму. Погнали. Еще раз серчу на всякий случай. Все тут. Погнали. Древние, дайте мне силы. Помогите мне, дети. Так, женек на воде. Столовка. Сбиваешь грозовом. Хватоплета РДД. Бьем. Каст. Все.
Отлично. Так, дар хранительницы, понял. Дерево сзади. Сзади, сзади. Добиваем. А, блядь, в гриб стоит, бейте. Гриб, иди. Не достаю до луны. Какой молодец. Зачем стоишь в тучке, блядь? Ну, в случае. А, корни. Господи, ну, блин, что я могу сделать? Ничего с этим не могу сделать. Она чисто тоже умеет ФВП. Дело. Бэрри. Дайте сразу по хантуре, ба. Я про нож когда-то. Так, все, отошли, мир. Разбежались, и каждый свою кучу. Ёлка, ёлка, ёлка. Блин, мне Каспери. Пиздец, один Каспери. Ой, блин. Как все вовремя. Не ложимся это. У нас, может, хил какой есть в нечаянно. Может, в 3 попробовать, попроще будет 100 раз. Да, давайте в 3. А то я не против. Он подстрахует. Там не то, что подстрахует, он тоже попотеет. Там надо реально, блять, этот ходочный хил какой-то, чтобы был. Потому что пиздец, нахуй. То фридом кинешь, нахуй. Тут частицу обновить, нахуй, вообще пиздец. Пол рейда падает. На грибах тоже люди разбегаются под разные грибы. Он там в корнях стоит, а я под грибом, блядь. Я выйду, у меня сало будет. Он в корнях и ничего не сделает, блядь. Охотки бы висели, он бы не сдох. Так, на сум со мной кто-то вышел? А вон Женек есть. Спекнул тоже. Сейчас, самоним. Хоть жить будем. Они агро цветочки, да, скидывают мелкие, нахуй. Да, они меняют каждые пару секунд цель. Thank you.
Интеллект. Все есть. Бля. Дрожание земли. Вот. Вышли. Так. Этот, стопаем такой массовый урон. Точно ли? Сейчас будет елка и сразу второй трэш. Нормально. Хватоплёта, хватоплёт. Отлично. Даже не земля. Ёлкова. Ёлкова дерево. Грибы ищем. Елка. Ага, под елку прямо возле этого. Для волшебника. Молодцы. Ага. Ёлка, 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 свистнись. Ага. Грозовой клеточник. Сейчас бы мелкие вывезли, было бы вообще огонь. На толстого чисто под Геру и в босса сыграем. Как заказывал. Ёлку, ёлку, ёлку. Точно играем, а ей уже не нужно.
все? Или, а, еще что-то? Сейчас еще один будет. Так, в грипп иди. Надо будет, да? Ёлка. Ёлка на другом берегу. Так. Все на одном берегу сейчас стоим. РДД отошли вот примерно, да. Воет тоже с нами. Переводи, раз там лужа. Не стойте в луже. Перешли. Так, еще чуть-чуть перешли, быстренько, пока пофигу на речь. Елка где-то была, елка за РТД. Перешли назад. Перешли, не тупите. Пофигу, что вам этот торгов. Перешли сразу. Ёлка где-то. Кто видит ёлку? Давай, док. Виси. Пиши. Пиши. Там нет никого в корне. Пиши. Аллилуйя. Все. Что там по луту, я побежал. Иди, Дара, Чарк. Есть арцел, надо тебе? Голова. Бля, перчи, третий кусок будет, я ебу. А, бля, голова не изменилась. Вот. Это магу, наверное. Ну, да. Побежал быстро. Давай, иди. Ну, в смысле, блин, напиши. А, вот. Такой вроде есть на танке. Хорошая шапка. Ебать, третий кусок аж не верится, сука. А этот алхимик есть? Есть. Алхимик, подойдите. Ой, ты алхимик? Угу. Есть там этот лайф? Так, ща позырю. А где он, блядь? Ну, он не пропадает, видимо, он там. Yeah. Дай ответственно. Обычно он сюда падает. Как где-то. А, сейчас. О. Чудо произошло. Так, какие-то тут колбы выпали, смесь ярости.
Нифига себе. Ну, давайте выскру воображение и ждем столовку. Тут тоже жестко, бля, я не знаю, как мы с тобой хилить будем. Ну ты цепухи, да? Ну да, а как же. У нас РТД мало, меня это больше всего мыкает. Ну да, блядь, на РНЖ будет что, Макхант? И третье тело надо, кто не сдохнет там, а кто это будет? Нечаянно, только вариантов больше нет. Вот их трое. Нужно, чтобы они не сдохли еще. Ну мы ждем столовку, без столовки-то как пойдем. Не, я к тому, что это вторая и четвертая фаза. Вот им надо на РНЖ быть троим, остальные под боссы. Наверное, да ты сам долетишь, наверное. Потому что у нас лока нет. Минут 5, да. Процент увеличен. Слава, слава. Земля уз...